Так, ну что, всем добрый вечер. Проверяем звук и видео. Так, видео идет, звук слышу, вроде есть. Интернет, трансляция. Не вижу, пока сейчас напишу. Так. Угу. Так, друзья, как меня слышно? Поставьте плюсики, если кому-то там удобно. Кто у нас присутствует сегодня? Анастасия, Астафуров Владимир, Давид, Елена, да? Угу, вижу. Так, хорошо, спасибо, Николай. Вижу, все, отлично. Значит, есть. В интернете пока трансляции нет. Но, тем не менее, мы начинаем, да? Пойдем по нашему сегодня ракурсу по технологии. Я так вижу, что сегодня у нас присутствует не только... Значит, всех хочу поприветствовать. Вот Анастасия, Астафуров Владимир, мы с ним давно знакомы. Давид, Елена Михайловна. Елена Михайловна тоже часто присутствует, я так предполагаю, да? Вот Пестов Николай единственный ответил. Иван, Ирина, Людмила, Маречек, Эльвира. Пестов Николай, извините, если я немножко неправильно ударение делаю. Пантелеев Александр, Светлана Сумской, Павел Щербина, Елена и Айсберг Светлана. Приветствую, Светлана. Со Светланой мы Бишкек. Со Светланой мы знакомы. Добрый вечер, Эльвира Бишкек. Отлично, друзья. Не зря я поставил эти ролики впереди, да, такие знаменитые наши ролики. Давние, все их уже знают, как начиналось строительство в экотехнопарке. Для тех, кто пришел попозже, наверняка не видели. Но для тех, кто уже вошел, когда была вторая часть, когда Шаржа начиналась и так далее. Это наша история, я бы сказал так, история развития нашей компании. Добрый вечер, Светлана Айсберг написала. Добрый вечер. Развитие нашей компании, я бы сказал даже так, не нашей компании, а группы компаний Юницкий String Technologies, да? И вот на данном слайде вы видите книгу «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». Я присутствовал на именно когда это презентовалась, эта книга. Мне было очень приятно присутствовать на этой церемонии. И где Анатолий Эдуардович первый раз презентовал эту книгу и ее, естественно, подписывал там. Очень большой мемуар на порядка 600 с лишним страниц. Признаюсь честно, именно эту книгу я еще не прочел, потому что до этого получил и несколько книг других на 500, на 700 страниц, технических, да, всевозможных. И до этой книги руки и голова не дошла. Еще, но дойдет точно, я знаю. Всех приветствую, вую, в интернете пока у нас не идет, но, значит, скорее всего, что-то там запаздывает. Сейчас напишем ответственному еще. Хорошо, идем дальше. Сегодня, вы знаете, я хотел бы пройтись не по технологии, а по самой, да, именно вот Юницкий String Technologies, это новое наше название такой группы, компании. Сделано это специально, рембрендинг, для того, чтобы уйти от прошлых ошибок, для того, чтобы правильно и красиво выйти на рынок, да, именно на уровень, на высокий уровень. Вы знаете, если честно, то Анатолию Эдуардовичу заложено было это уже в, я так понимаю, в видении давно, и правильность написания и структурирования именно этого логотипа, она была внутри у Анатолия Эдуардовича давно рождена, но именно в этот момент она вот имела место быть, я вот так скажу, да. И это правильно. Вы знаете, это правильно, потому что, ну, при становлении компании все равно всегда есть ошибки, есть недобросовестные партнеры, а история еще скажет. И я думаю, что сам Анатолий Эдуардович, когда нужно будет, скажет об этом, что всякое бывает, не все выносится на именно широкую публику,
Но тем не менее, что-то где-то те, кто имеет логический склад ума, может проанализировать и сопоставить, и сделать выводы. Я бы так сказал, что быть хорошим политологом всегда нужно для того, чтобы посмотреть, проанализировать и сделать выводы. Единственное, что я скажу, что ребренинг был сделан вовремя, и он был сделан правильно, потому что там, где мы ставим свои акценты, там, где мы представляем компанию, там, где мы делаем свои точки, да, и уверенные точки такие во время разговора, они именно вот с этим названием, я так уже предполагаю и уже вижу, что энергетически это название несет такой успех именно группе компаний, и это очень важно, очень важно. Знаете, вот этот слайд мне очень нравится. Здесь фотограф наш, Евгений, у нас есть такой фотограф очень талантливый. Он очень хорошо запечатлел именно шесть видов нашей техники, да, я бы так сказал, или нашего вида электромобиля. Я бы вот так будет, наверное, правильно. Электромобиля на стальных колесах, вот, еще точнее. Именно шесть разных разновидностей на переднем плане, да, мы видим 14-местный двухсекционный, далее на жесткой эстакаде навесная, это высокоскоростная моделька, 6-местная, а вообще мы знаем, да, что высокоскоростная модель у нас рассчитана до 54 вместимостью до 54 пассажиров. Есть еще, естественно, разработки модели более длинной конфигурации, но основные модели, которые будут запускаться, они, конечно, будут вот такие органичные или эргономные, я бы так сказал, да? Далее Univin двухместный, далее идет тропический вид на провисающей путевой структуре и наша путевая структура полужесткая, где мы видим 14-местный именно Unibus. И это не случайно я поставил эту фотографию, потому что сегодня я хотел бы пройтись именно по электромобилям, так как у нас именно наш вид транспорта имеет электрическое направление, электронаправление на стальных колесах, да? Если не придираться сейчас к словам, но тем не менее мы относимся к этой прерогативе. Я проштудировал весь интернет именно в этом направлении. Я не брал автомобили там, ни Tesla, ни сегодняшние бренды, там Toyota, Mercedes и всевозможные модели на шинах. Я брал кое-какие модели, которые, ну, каким-то образом подходят к нам. Просто сравнил их с тем, что у нас есть. Да, давайте, видите, надо познакомиться. Слайд меня напоминает, что надо, оказывается, познакомиться. Те, кто не знает меня, те, кто будут смотреть вживую или первый раз, Владислав Волков, технический университет я закончил, инженер-механик по образованию и руковожу именно направлением SkyWorld Community с 2015 года. Именно с 2015 года, вернее, с 2014 года, я полностью в этой компании с головой, потому что я влюблен в эту технологию, в хорошем смысле слова. А узнал я об этой технологии в 2011 году, когда приезжал в Санкт-Петербург по нашему приглашению Жак Фреско с своим направлением Венера. Можно так и набрать, 2011 год, Санкт-Петербург, проект Венера, Жак Фреско. Там есть видео по конференции, которая длится полтора часа, и там полностью весь концепт выложен, направление, да? Вот, в 2011 году я узнал об этой технологии, а в 2014 году, я бы так сказал, счетчик перещелкнул, и в 2015 году мы уже стартовали. Анатолий Эдуардович Веницкий, основатель технологии, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» или на сегодняшний день группы компаний «Юницкий String Technology». Прекраснейший человек, светлый человек, очень хорошо на сегодняшний день выглядит, серьезно занимается собой, потому что, когда ему задают определенные вопросы, он всегда на них отвечает: «Не дождетесь, потому что нужно доделать главное дело, да? Струнный транспорт на Земле – это уже факт, о котором мы, ну, уже, не знаю, если кто-то не видит, что это факт,
ну, значит, тогда этому человеку нужно подождать. О том, что и где, и как происходит в плане развития компании, компания на сегодняшний день, конечно же, информацию полностью по целям безопасности не выдает. И если взять, конечно, самые основные бренды Mercedes, Audi и BMW, конечно же, они шелковую ткань сдергивают со своей модели, которую выставляют на показ, на мировом показе, они сдергивают ее в самый последний момент. Естественно, инсайдерская информация просачивается, но тем не менее, все крупнейшие технологии, концерны, автомобильные, все такие, они все, конечно же, свою технологию скрывают или утаивают, я бы так сказал, не скрывают, а утаивают до определенного момента. Поэтому у нас в 2022 году под руководством Анатолия Леонидовича направление, знаете, какое? Направление тишины в этом плане и выдачи информации только по разрешению Анатолия Леонидовича. Я считаю, что это правильно, и Анатолию Леонидовичу я доверяю в этом плане, и Анатолий Леонидович знает, что он делает, и я убедился, ну, в этом неоднократно. Идея, опередившая время. Я специально поставил этот слайд. Почему? Потому что идея родилась очень-очень давно, и мы все прекрасно знаем, те, кто уже давно. Идея, она тогда еще, 40 лет назад, уже опередила время. Но тогда, 40 лет назад, конечно же, было не время. Было время более-менее становления. Это 2001 год, вот мы знаем, да, озера, где наш дедушка ЗИЛ-131 испытывал путевую структуру. Мы не испытывали ни ЗИЛ, ни колеса, ни все остальное, ни нагрузку. Хотя, в принципе, нагрузку мы... Нет, я бы так сказал, что нагрузку мы испытывали, конечно. Но самое главное здесь то, что те показатели, которые мы получили по путевой структуре, мы используем и на сегодняшний день. А дедушка, конечно же, стоит на почетном карауле в Мариной Горке. И для тех, кто был неоднократно в Мариной Горке на фестивале, видели, знают и фотографировались наверняка на фоне этого красавца, которого когда-то нашел Сергей Сибиряков вместе с Евгением Кудряшовым в одной из подмосковных деревень. Да, совершенно заброшенный он был, конечно же, немножко ржавый, но тем не менее его подреставрировали. Я вот так. Электромобиль – это уже несомненно электромобиль на стальных колесах на втором уровне. И те, кто знают именно судьбу этого двухместного юнибайка, юнибайк прошел огонь и воду и показал везде прекрасно, на всех выставках, даже вот видите SkyPod Dubai, и там на этой выставке тоже он показал себя с лучшей стороны. И это действительно электромобиль на стальных колесах. И те, кто помнят, те, кто знают первые модели, одна из моделей у нас была вот на заднем плане, как раз где я сижу, где я нахожусь, там можно было еще крутить динамо-машину, педали такими ногами, заниматься фитнесом и вырабатывать энергию в аккумуляторы нашего юнибайка. Да? Красивая модель, она сейчас стоит у Анатолия Леонидовича в кабинете, и каждый может, естественно, посетитель посидеть, увидеть воочию и пощупать эту машину. Это первая машина, мы помним, да, она стартовала у нас в ноябре 2016 года. Ноябрь 2016 года. Эта машина уже более сложная. Эта машина выполненная специально для Арабских Эмиратов. Да. Это прекрасная такая, я бы сказал, насыщенная машина, уже сделанная и изготовленная совершенно по-другому, да, внутри у нее совершенно другой интерьер, потрясающий. Мы как раз последний, крайний раз, когда мы были в Дубае с группой вьетнамцев, мы как раз ездили на этой машине, и машина показала себя очень достойно. Не просто достойно, а Олег Зарецкий, я спрашивал у него, за все время, пока ездит и пока действует машина, ни одного... Вот подчеркиваю, ни одного сбоя технического у машины не было.
Просто ни одного. Я даже Олега Зарецкого немножечко подтащил за, если так можно сказать, за нос и спросил, ну, все-таки что-то было, наверняка где-то что-то. Он говорит, ни одного, Владислав, ни одного сбоя не было. Чуть-чуть регулировали климат-контроль, регулировали скоростные характеристики, обдув там с умным зрением чуть-чуть была корректировка и так далее. Но по машине просто сбоев нет. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, вы знаете, ну, это дорогого стоит, я бы вот так сказал. Это дорогого стоит, что машина не дала сбоев в таких сыровых климатических условиях. А так тот, кто был в Арабских Эмиратах, конечно же, знает, насколько там сильные климатические такие условия по жаре, песку и всем остальным моментам, да, плюс еще с моря иногда как дунет. Машина вот так выглядит внутри, под цифрками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 10, всевозможные агрегаты, узлы и технические всевозможные детали, которые способствуют движению именно этой электромобиля на стальных колесах. Здесь уже более усиленные двигатели стоят, они уже с охлаждением и так далее. Это, кстати, двигатели – это наше ноу-хау, наша разработка, и все, что связано с двигателем, конечно, это наш такой прорыв, я бы вот так сказал. И что старое, снова новое. Вот этот слайд я поставил специально, потому что когда-то я уже об этом говорил, но тем не менее хочу сейчас напомнить, вот наверняка Светлана Айсберг знает об этом, что когда-то мы с Анатолием Леонидовичем встретились в интимном месте, мыли руки, и я спросил, Анатолий Леонидович, откуда вы... Я очень хорошо запомнил это, потому что это был первый вопрос, который, дрожа в голосе, я задал Анатолию Леонидовичу. Анатолий Леонидович, откуда вы берете свои идеи? И тогда он мне сказал, что, Владислав, ничего придумывать не надо, все уже давно придумали наши отцы, деды и прадеды. Я просто, зная сопромат, физику и так далее, и все возможные технические моменты, да, собрал все воедино, ну, я тогда еще улыбнулся, конечно, собрал все воедино, и получился Skyway. И тогда я на этот ответ улыбнулся, да. Просто так взять, собрать все воедино, и получился вот такой прекраснейший вид транспорта, инновационный вид транспорта, мы сейчас его называем по-другому, да, Unitsky Stream Technology, транспорт второго уровня. К тому, что я сказал, мы пока временно не возвращаемся. Почему? Потому что очень много везде под словом Sky, всевозможных кафе, отелей, ночных баров, всевозможных организаций и так далее. Очень нравится мне эта фотография, и она уводит нас в историю. Я ее очень много раз показывал. Да, наша, я бы так сказал, не наша, а путевая структура. Это как раз к тому, что, вернее, на вопрос, на мой вопрос Анатолия Леонидовича Юницкого, что наша эта фотография 1800, если мне не изменяет память, 70-го года, по-моему. В общем, 1800 какого-то года. И тогда вот предприниматели тоже сделали вот такую вот эстакаду второго уровня, да, над землей с такими промежуточными опорами, и по ней двигались вагонки с определенным грузом. Вот. Эти слайды я поставил для того, чтобы для понимания, что подвесная монорельсовая именно структура давно существует. Это про монорельсовую сейчас мы говорим, не про нашу. Да? Давно уже существует. И электромобили на стальных колесах. Тогда еще, в те времена, видите, в Гатчине 1900-е года, они уже были, они уже существовали. И тогда было, и тогда презентовалась эта технология царю, и было выделено финансирование, и так далее, и так далее, и тому подобное. И к чему я это? К тому, что вот маленький ролик, сейчас посмотрим мы, да, маленький ролик про электромобили на сегодняшний, что у нас есть с электромобилями на сегодня. А потом вернемся дальше к тому, что я вернее, дальше прокомментирую, хорошо? Агрессивно продвигаются практически во всех промышленно развитых странах мира. Но электромобиль далеко не новая идея. На самом деле ему более 100 лет. Электромобиль был настолько популярен в Соединенных Штатах в начале 20 века, что в 1900 году на его долю приходилось около 1/3 всех транспортных средств на дорогах. Продажи электромобилей оставались высокими в течение следующих 10 лет.
Во время Первой мировой войны покупка электромобиля считалась проявлением патриотизма, потому что это помогало сохранить ценный бензин для военных нужд. Почему же тогда исчезли электромобили? Это история автомобильной революции в сочетании с подъемом нефтяных компаний. Идея, опередившая время. Чтобы представить ранний электромобиль в перспективе, важно понимать как транспорт, так и доступность электричества между 1850 и началом века. Конные повозки использовались даже с появлением трех типов первых автомобилей – паровых, бензиновых и электрических. Паровые машины были непрактичны, так как требовали постоянной подачи воды и долго запускались. Ранее автомобили с бензиновым двигателем были шумными, изрыгали гнилостные пары, и их нужно было запускать вручную. Казалось, что у электромобиля есть потенциал, но аккумуляторная технология не была развита. В то же время электричество только-только появилось в городах в начале 1900-х годов. Электрические автомобили появились в 1830-х годах, когда Роберт Андерсон из Шотландии разработал моторизованную повозку. Но это транспортное средство не было практичным, потому что его батарею нельзя было перезарядить. Когда в 1859 году стали доступны перезаряжаемые батареи, изобретатели по обе стороны Атлантики создали прототипы электромобилей. Где-то в 1890 году Уильям Моррисон из Де Мойна, штат Айова, представил шестиместный электрический фургон, который развивал максимальную скорость 14 миль в час. Это было доисторическим периодом для электромобилей, но это положило начало тенденции. Дорожные условия за пределами городских районов были плохими, поэтому в начале 1900-х годов автомобильные поездки обычно ограничивались городами. Именно тогда производители начали выпускать электромобили. Электромобили могли преодолевать короткие расстояния. Они были тихими и чистыми, а женщинам нравились, потому что на них было легко водить. В Соединенных Штатах Томас Эдисон начал разработку более совершенной батареи для электромобилей, даже некоторое время сотрудничая с Генри Фордом. Примерно в 1898 году в Германии Фердинанд Порше сконструировал первый автомобиль с электрическим бензиновым двигателем, предшественником сегодняшнего гибрида. Реклама Bailey Electric Victoria Phaeton, 1911 год. Электрические автомобили стали настолько популярными для городских поездок, что к началу 1900-х годов в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне были парки электрических такси. К 1912 году 38% автомобилей на дорогах Соединенных Штатов были электромобилями, 40% – паровые и только 22% – бензиновые. Обреченный моделью Т. У электромобиля было очень многообещающее начало, но спрос начал падать, когда Генри Форд представил модель Т в 1908 году. Автоматизированная производственная система Форда позволила продавать модель Т к 1912 году за $650, в то время как электромобиль стоил $1750, почти в три раза больше. В том же году был представлен электрический стартер для автомобилей с бензиновым двигателем. В результате автомобильные двигатели больше не нужно было проворачивать вручную, что сделало бензиновые автомобили еще более популярными. В 1912 году в Америке было продано всего 6 тысяч электромобилей по сравнению с 82 тысячами Ford Model T. Были и другие значительные лежачие полицейские для электромобилей. Батареи приходилось часто подзаряжать. Электричество становилось все более распространенным в городах, но не в сельской местности, поэтому подзаряжать электромобиль в деревне было неудобно. Стоимость электромобиля в сочетании с ограниченной доступностью электричества за пределами городских районов означала, что электромобиль был доступен только для богатых горожан. И даже тогда его привлекательность была ограничена. К 1920 годам города соединялись лучшими дорогами, и люди хотели ездить дальше. К тому времени была обнаружена сырая нефть в Техасе, а бензин был в изобилии и дешев. Нефтяные компании доминировали в энергетической отрасли. Бензиновым автомобилям не потребовалось много времени, чтобы подняться на вершину. Большинство производителей электромобилей исчезли. Одна из последних, Detroit Electric, прекратила производство электромобилей в 1939 году. С тех пор бензиновые автомобили стали стандартом, несмотря на спорадические попытки вновь ввести электромобили на протяжении многих лет. Что старое, снова новое. Наконец, в 1990-х годах интерес к снижению зависимости от нефти привел к возрождению экспериментов с электромобилями.
General Motors предприняла безуспешную попытку продать двухместный электромобиль под названием EV1. Значительный прорыв произошел в Японии в 1997 году. Toyota представила Prius – первый серийный гибридный электромобиль, что ознаменовало начало гибридного рынка и возобновление всеобщего интереса к электромобилям. Сегодня изменение климата, загрязнение воздуха, ограниченные природные ресурсы и постоянно растущее потребление энергии в совокупности резко изменили восприятие электромобилей. Tesla приписывают открытие рынка современных электромобилей с упором на передовые технологии. Другие производители автомобилей в настоящее время производят электромобили так быстро, как только могут, и в планах еще больше. Аккумуляторы совершенствуются, количество зарядных станций стремительно растет, цены становятся более конкурентоспособными, а потребительский спрос ускоряется. В начале 1900-х в моде были электромобили. То же самое верно и в 2022 году. История имеет свойство повторяться и преподать нам уроки, даже если мы не всегда их усваиваем. Хорошее получающее видео. История имеет свойство повторяться, друзья. История имеет свойство повторяться. Это очень такое хорошее имя, вернее, название и, конечно же, идея, опередившая время. Вот вы видели там слайд. Идея, опередившая время. И я, знаете, вот неоднократно тоже обращался вот к историческим таким моментам, которые находились, документам, я бы так сказал, не моментам, а документам, которые находятся в интернете. И вот в интернете тоже нашел противосходную систему. То есть противосходная система, тогда еще вот предыдущие слайды мы смотрели по Гатчине, да, и в то время, видите, если вы обратили внимание, какие были года по производству электромобиля. Это первый уровень, все именно на земле. Тогда было мало еще автомобилей, не так были загружены дороги и могли себе позволить его. Видите, хотя электромобиль, и это было новшество, и довольно-таки такой прыжок серьезный, да, идея, опережавшая время, я бы так сказал. Но все-таки было продано, вот если кто-то внимательно смотрел, из 6000 электромобилей Ford продал 82 тысячи. Я прям себе даже записал, пометил. То есть машины на дизельном и на бензиновом топливе, они превозобладали. И, естественно, конечно же, гужевой транспорт вот с таким вот видом, хотя вот с таким вот именно видом трамваи, электротрамваи, переходящие модели, вот так я бы сказал, из трамваев обычных в электротрамвай, потому что мы знаем, да, из истории, что трамваи все раньше двигались посредством лошадей. И спасибо, конечно же, Федору Ипполитовичу Пиротскому, который первый в своем таком направлении, да, изобрел именно этот трамвай, который тоже очень тяжело входил на рынок, именно и рынок транспорта. Но все-таки вошел и сделал свое дело, я бы вот так сказал, да, сделал свое дело точно так же, как входит, не говоря уже о велосипедах, вот смотрите, велосипед 1895 года, первый велосипед электрический, да, не говоря уже о транспорте, который у нас сейчас входит, наш вид транспорта второго уровня, да, электромобили на стальных колесах, второго уровня. Предыдущий слайд или предыдущее видео вы видели именно поэтапно на Западе, но я хочу вот отметить, что и в России тоже инженер Романов в 1900 году первый автобусный парк из 5 электроавтобусов тогда в Москве ездил. Я уже об этом на одном из вебинаров говорил, и тогда проезд стоил что-то около 3 с чем-то рубля. Это было очень дорого, конечно, не все себе могли позволить, потому что тогда зарплата обычного крестьянина, который был в деревне и работал, месячная зарплата составляла от 5 до 10 рублей в зависимости от занимаемой должности. Естественно, 3 рубля на проезд на таком автобусном, на первом автобусном, или как бы автобусный парк, или на первом автобусе электроавтобусе позволить могли себе
не каждый, но скажу вам, что этот автобусный парк просуществовал недолго. Недолго, конечно же, он утратил свою надобность, потому что был дорог, был немного, ну, или время было не готово, или еще что-то, но все-таки, я так предполагаю, в то время пришел на смену электромобилю, пришел Ford со своим, конечно, дешевым автомобилем, 82 тысячи продал в год вместо 6, это большая, большая цифра, да. На сегодня я прошелся еще раз по рынку именно электронаправлению, но более-менее я не беру сейчас автомобилестроение такое основное. Я взял более-менее похожие беспилотники с умным зрением, электромобили, и все-таки на колесах, не на обычных, но все-таки как-то похожие на нас. И, ну, именно в этом направлении, но практически ничего не изменилось. Те модели, которые мы видели, вот Трига с раздвигающими колесами, он был изготовлен. Да, вот он, у него база раздвигается, колес, и потом, когда он паркуется, она сдвигается. Этим как бы вот на дороге они устойчивость и так далее. Но опять это дорожный вариант, опять это первый уровень, мотоцикл, который электро полностью и 2 часа может работать. Еще какие-то там всевозможные велосипеды, скутеры, всевозможные какие-то направляющие, там что-то такое было. Единственное, что-то более-менее похожее к нам, ну, это первый уровень, это будет колоссальная ошибка сказать, что более-менее похожие к нам, но что-то где-то рядышком стоящее, я имею в виду, что самопилотируемая машина с умным зрением движется по определенному направлению, она двигалась, вот если вы видите на нижнем слайде, по такой линии, по направляющей, да, что-то более-менее EZ10. Но, опять же, это был экспериментальный момент, изготовленный экспериментальный такой один экземпляр. Дальше он развитие не пошел, просто не пошел. И вот именно это направление в Голландии, Лев, да, трехколесные веломашинки, они имеют место быть и пользуется каким-то спросом в Голландии. Почему в Голландии очень сильно развита велодорожки, отведено государством именно везде, по всей Голландии, вдоль основных дорог есть велосипедные дорожки. Практически, я бы сказал, 90% Голландии двигаются на велосипедах. Даже женщины, имея 3 детей, имеют такой специальный велосипед, где впереди такая корзинка, как ковш. И в этом ковше сидят 3 детей все в разном направлении, естественно, в касках, и там в этом велосипеде имеется возможность всевозможные прибамбасы от дождя, от снега и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, вот таким образом женщины передвигаются, и это экологический вид транспорта, и в то же время, конечно, здоровье для женщины, хотя, не знаю, женщина может тоже устать, и тем не менее. Но, тем не менее, разработчики прибавили к этому велосипеду электромотор дополнительно, чтобы маме помогать. Вот, единственная модель, которая мне более-менее понравилась, это вот Aptera 3. Почему? Потому что у нее весь корпус – это светопринимающая, я бы так сказал, что солнечная батарея. Вот так. То есть машина, будучи в движении, принимает солнечные лучи, накапливает ее в аккумуляторную батарею и, естественно, двигается и передвигается, и всевозможные приборы, и все, что связано с этим, работают от солнечных батарей. Вернее, от батарей основных, но посредством принятия вот энергии через солнце. Если солнце погасло, конечно, естественно, батареи на определенный момент. Я к чему именно на этой модельке остановился? У меня, в общем-то, так, что такой маленький, такой, знаете, как взгляд в будущее, что мы можем именно такое направление использовать в своих юнибусах, юнибайках, юникарах, юнитреках и всевозможных. То есть подпитывать наши батареи посредством вот солнечных лучей, особенно в Арабских Эмиратах, конечно. Особенно в Арабских Эмиратах это, ну, прям как отче наш. Вот. Ну, естественно, вот электроджет, водный мотоцикл и многое-многое-многое другое. То есть там всевозможных вариантов, ну, уйма просто в направлении электрического и в направлении, конечно, нанотехнологий, всевозможные микрочипы,
по здоровью очень много всего, но в транспортной индустрии, именно вот связанной с рельс-струной и с рельсом, с необычным рельсом и с электромобилями на стальных колесах, я, конечно, не увидел практически, не практически, а вообще никого. И вообще связанное вот рельс-колесо, это только вот железнодорожный, трамвайный вид транспорта. Все. И то, если взять по сравнению с железнодорожным транспортом, у нас вообще априори совершенно другая путевая структура, да, можно наглядно можно посмотреть. То есть здесь с левой стороны это железная дорога, с правой стороны наша рельс-струна с плоской головкой из определенной стали, очень прочной. Плюс, конечно же, можем наблюдать воочию пятно качения. Да? То есть у нас шикарнейшее, очень широкое пятно качения. Там маленькая точка. Соответственно, здесь мы, и, естественно, у нас именно токосъем, то есть только передача идет посредством колесо рельс. То есть у нас совершенно другая инновационная система, отработанная уже. И плюс противосходная система. Кстати, противосходная система сейчас тоже усовершенствовалась. И Анатолий Эдуардович о ней говорил. И даже можно сейчас послушать видео небольшое, где Анатолий Эдуардович, знаете, прям четко проговаривает именно про противосходную систему. С нуля. Причем рельс левый и правый подтоплен, а не просто там, да. Поэтому здесь и изоляторы надо продумать, и силовую часть продумать. И более того, мы здесь реализовали подруливание. На железной дороге нет подрульного колеса. У нас искусственный интеллект, ну, система управления, она рулит, чтобы ехала ровно. И мониторит дорогу все время, и тоже несколько сотен сигналов в секунду обрабатывается, чтобы понимать, ну, влево надо поворачивать, вправо. И поэтому она может съехать без противосходной системы, она только аварийная. И четко держать колею без ударов, тук-тук-тук-тук, как железная дорога. Поэтому оно со стороны кажется массивным, а так смотришь, тут, ну, не, она не очень массивная конструкция. А здесь со стороны кажется она высокая слишком. Ну, чтобы разместить все оборудование, в том числе батареи. Хотя есть и питание от рельсов, но в случае, если обесточилась система, а как на втором уровне. Разберешься, самолет летит, у него керосин закончился. Что с самолетом будет, да? А у нас ничего не случится. Электроны кончились, ток куда-то убежал по какой-то причине. Так у нас есть батарея. Он может проехать, если надо, сотни километров на батарею. Ну, смотря, мы можем ее на 1000 заложить, но нет смысла большую-то батарею возить. Она доехать до депо или там до ближайшей станции. Потом нам достаточно там, 10-20 километров доехать. И снова подключиться в другом месте. Причем надо охлаждать. Это система охлаждения и двигатели, и система управления, и батарею, и все. Ну, все надо охлаждать. А там жара за 50 градусов, а на солнце нагреваться до 80. Поедет в Шарджу, да? Да, да, этот поедет.
Так, друзья, вот сейчас появилось. Сейчас появилось, да? Раз, два, раз, два. Так, не слышу. Есть. Вот. Так, есть. Отлично. Идем дальше. То есть, вот обратили внимание, да, Анатолий Леонидович говорил о том, что у нас не только токосъем посредством колесо, рельс, но еще и система умная, которая считывает 100 показаний в секунду. Представляете, 100 показаний в секунду для того, чтобы подруливать по рельсу и было плавное движение. То есть тот, кто находится в кабине, он вообще не чувствует. То есть настолько интеллектуальная система, плюс еще совершенно другая противосходная система. То есть он сказал, да, П-образная такая, ну, я бы сказал, такая скоба, что ли, или П-образная противосходная система. То есть умная система следит за путевой структурой и не дает колесу уйти, подруливая постоянно. А противосходная система еще и обеспечивает безопасность на всякий случай. Если уже перекрестившись, вдруг что-то вышло из строя, то колесо не уйдет с рельса. То есть таким образом мы убрали боковое противосходное колесо, и, соответственно, мы убрали шум, и мы убрали дополнительную силу, и убрали дополнительное сопротивление. То есть таким образом постоянно идет постоянное усовершенствование, улучшение технологий. Это очень дорогого стоит. Это очень важно, потому что те заказчики, те, кто действительно, реально желают именно технологию эту иметь, они полностью до мелочей изучают все моменты. Все моменты, вплоть до конструкторского бюро, всевозможные чертежи, всевозможные испытания и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Это очень важно для нас и для всех тоже. Основные технологические элементы, мы на них останавливаться не будем. Мы знаем, что у нас три основных типа рельс или струнных рельс, или я бы так сказал, путевой структуры, да, которую мы будем использовать. Жесткая слева, в середине гибкая и полужесткая. Есть еще у нас облегченная путевая структура, это колтюбинговая труба. Да, легкая такая путевая структура, на которой передвигается юнивинт двухместный. Помните, такая красивая модель, очень красивая, легко возводимая, недорогая, очень широко используется в горных и в труднодоступных местах для передвижения и, ну, всевозможных маневров, да, для перемещения груза там и так далее. Но основные три путевые структуры, жесткий рельс, это для подвесного, для навесного типа, для грузовой машины, для высокоскоростной, то есть для юниконта, для нашего, да, это жесткая путевая структура. Она, конечно же, очень дорогая. Ну, потому что она имеет другие технические свойства, и она имеет другие возможности подвесного, навесного варианта, бирельсового, монорельсового. Средняя гибкая рельс очень мне нравится. Почему? Потому что посредством именно этой путевой структуры мы имеем возможность шагать из той как-то Мирополис меня сегодня, видите, как вышибает. Не желает, чтобы я вам рассказывал энергично. 2000 метров мы радиус кривизны путевой структуры и плюс посредством кривизны, естественно, у нас есть радиус кривизны, я вот так скажу. Да, и здесь именно на этой путевой структуре мы можем использовать закон сохранения энергии. То есть рекуперируем, то есть мы передвигаемся до точки середины накопленной энергии. Далее, по мере возрастания, мы поднимаемся вверх, рекуперируем энергию и останавливаемся на путевой структуре или на станции. Далее накопленную энергию мы используем для передвижения и так далее, и так далее, и так далее. И третья путевая структура – это полужесткий рельс. Полужесткий рельс, мы знаете, мы используем вот у нас в Мариной горке, именно в Белоруссии, на высоте 3 метров. Это путевая структура. Путевая структура городская,
она очень хорошая и используется именно для, на скоростях до 150 км в час. Вот, как-то так. Смотрите, обошел еще, я так немножечко углубился в интернете и думаю, надо все-таки посмотреть, но что же есть именно в нашем направлении конкуренции или что-то такое, что есть именно и имеет место быть вживую. Вот когда-то поезд я нашел, и коллеги мне с Германии и с Голландии присылали, что поезд HyperTube установил новый рекорд скорости более 1000 километров. Был изготовлен один экземпляр, он был, естественно, испытан, и на этом все закончилось. Почему, не знаю. Возможно, что дорогая конструкция, возможно, что путевая структура как-то, ну, по всем техническим параметрам, и то, что я прочел, и то, что было написано, в принципе, конечно же, эта модель с путевой структурой, ну, на два порядка, на три порядка дороже, и сама машина в производстве тоже очень дорогая, и не могу сказать, по каким причинам, но тем не менее, вот прототип есть, и все, и на этом все осталось. Единственное, что имеет место в новшестве, но это, конечно, никак не относится к нам, магнитно, следующий слайд будет. Вот еще один момент был в интернете, была информация о магнитно-левитационной системе SkyTram. Видите, тоже название похожее на прошлое наше, да? Но это магнитно, даже если вы слушаетесь, магнитно-левитационная система. Соответственно, тут сразу возникает вопрос о ценовой политике. Но это опять рисунки, чертежи. И до прототипа, до именно образца дело не дошло. Хотя, в принципе, технически, если посмотреть, то задумка очень хорошая. Очень хорошая. Вот эта модель имеет место быть. Хай-тек, да? Это бесшумный дрон с ионным двигателем нового поколения. Имеет место быть во Флориде, но это дрон. Это уже дрон, и это другое направление. Совершенно другое для совершенно других областей и направления. Но это вот новое, я имею в виду, что дрон с ионным двигателем, именно новое поколение, вот, которое имеет место быть, и изготовлен один именно экземпляр, который прошел тесты, прошел какие-то испытания, и далее он, не знаю, пойдет в жизнь, не пойдет, но тем не менее, вот вроде бы что-то вот такое новое на втором уровне есть, в перемещении, я имею в виду. Но это опять не те грузы, это опять не те скорости, и совершенно в ином направлении. Это направление именно дрона. Вот. Анатолий Эдуардович, конечно же, в направлении именно Юницкий String Technologies работает очень серьезно, да, и вот опять пишет, пропал звук или нет? Появился звук, да? Коллеги, появился или так интересно мне, у меня тут эхо, но тем не менее я себя слышу. Есть. Нет, минус. Так, а сейчас? Есть, отлично. Так, хорошо. Значит, друзья, смотрите, то есть получается, если сделать такой небольшой обзор и ракурс, то единственные, кто более-менее наступает нам на пятки, и то я бы так не сказал вообще, почему? Потому что это все-таки первый уровень, и все-таки это совершенно другие показатели. Вот. Почему я сейчас скажу? Потому что я бы так сказал, что это направление больше похоже на брата или сестру.
Вот видите, интервал движения, значит, интервал движения монорельсовой, это монорельсовая система, она совершенно другая, и очень многие путают ее, да, но это второй уровень. Почему я именно на этом останавливаюсь? Потому что это все-таки второй уровень. Интервал движения от 5 до 20 минут. У нас же от 20 до 50 секунд. Это старая-старая путевая структура, ее можно найти. Максимальная скорость, видите, 70 км в час. Это уже Китай. Вот, путевая структура, подвижной состав, именно пневматические шины, да, как правило. Как правило, монолитная такая, бетонная, вот предыдущая была. Это, конечно же, металл. Металл давно построенная, давно эксплуатируемая. Монорельс и 137 тысяч пассажиров перемещается, да? У нас же подвижной состав автономные электромобили на стальных колесах и 500 тысяч пассажиров в сутки. То есть перевозить мы можем 500 тысяч пассажиров в сутки. То есть пассажиропоток у нас, конечно же, намного-намного больше. Это что касается монорельса, да? Теперь мы с вами посмотрим, что касается трамвая. Сейчас трамвай еще глянем, две минутки прям буквально. Трамвай, казалось бы, чуть-чуть поближе, да? Как бы сестра на первом уровне, но это первый. Опять напрягается с дорогой, с перекрестками, с людьми, с невозможными передвигающимися предметами на земной поверхности. Да? И вот мы видим, что скорость заявленная. Прямо остановлюсь, чтобы музыка не звучала. И было хорошо меня слышно. Сейчас, секундочку. Не хочет останавливаться. Да, заявленная скорость была 120 км в час, но тем не менее, да, скорость 20-40 км в час. Почему? Потому что перекрестки, потому что на дорогах переходят собаки, люди. Вы сейчас дальше увидите там, не знаю, ну, если это, допустим, городской, коровы, конечно, с баранами и так далее не переходят, но тем не менее сопутствующие вот на первом уровне возможные объекты, они, конечно, усложняют скоростное движение, и от 150 это получается 20-40 километров. У нас же второй уровень. Просто сравнение. Ни в коем случае. Просто мое сравнение. Да? И, естественно же, здесь своя линия у трамвая, и он занимает определенное количество земли. Наш подвижной состав над землей, соответственно, электромобили на стальных колесах, используют мало электричества, при этом освобождает колоссальное количество земли. И здесь вот мы видим, значит, провозная способность 22 тысячи пассажиров в час. Да? У нас же на нашем виде транспорта мы, если я не ошибаюсь, 50 тысяч. Да, 50 тысяч пассажиров в час. Провозная способность, это уже расчетная. Это расчетная, мы можем, в принципе, выйти на большую. Во всяком случае, мы покрываем пассажиропоток метрополитена точно. Это прям есть вживую. Для нас не нужно полосы движения, да, отдельные полосы движения. Но в любом случае это первый уровень, и однозначно я сам лично неоднократно был воочию свидетелем, когда столкновение прямо с транспортом, с трамваем. Конечно же, трамваи длинные, многосекционные, да, 270, по-моему, пассажиров могут одним махом забрать. Но вот эти вот
длиннейшие трамваи. Я знаю точно по Бельгии, я обратил внимание, когда этот длинный такой червяк поворачивает на узенький, а вы знаете, что вся Европа, это совершенно узкие повороты и узкие улицы. То есть, если нужно пускать такой вид транспорта, то его нужно пускать, соответственно, в новых каких-то местах, в новых городах или в новых возможностях, да, но таких возможностей нет. Это точно я знаю в Европе, и поэтому, когда вот я был в Бельгии и в Голландии, то такой трамвай, когда он проходит поворот, то идет, конечно, колоссальнейший скрип. Это ни в коем случае не осуждение, просто факт. То есть скрип, а когда трамвай начинает движение в 5:30 утра, а обычно они в 5:30, в 6 начинает утра движение, то, конечно же, людям, которые отдыхают, это, ну, очень серьезно так звучит, да, утром. Не птички, а скрип трамвай. Смотрите, как пространство сегодня меня желает прям выбросить из комнаты. Но мы не сдаемся. Наверное, не зря я одел сегодня красную рубашку, потому что именно в красной рубашке мы не сдаемся. Друзья, вот такое небольшое, я бы сказал, такой обзор по сегодняшней ситуации я сделал. Очень, конечно, трудно поймать в интернете именно похожее что-то на наш вид транспорта. Там, конечно, есть колоссальное количество еще тех новшеств, которые были там 13-й год, 14-й год, 15-й год, но они все практически остались на том же самом уровне, то есть не ушли дальше. Мы по сравнению с ними ушли очень далеко. Очень далеко и реально, реально оторвались. Я не говорю сейчас о транспорте высокоскоростном, который существует уже на сегодняшний день, первый уровень в Китае и еще в других странах, да? Хотя там заявленная скорость совершенно другая, и аварийные случаи очень много, которые очень редко попадают в средства массовой информации. Я не об этом, я о том, что это все равно первый уровень. Мы на втором уровне, и я очень рад, что все-таки пространство и время пришло, и идея, вот я еще раз прочту это выражение, оно мне очень понравилось, идея, опередившая время, да, эта идея имеет место быть очень серьезно сегодня, но очень серьезно, друзья, настолько серьезно, что, ну, я даже как-то сказать вам, насколько серьезно, даже не могу передать вам вот так. Я думаю, что единственный, кто может передать серьезность, это сам вот Анатолий Леонидович, автор этой технологии. Вот сейчас вы видите его на этом слайде. У него немного здесь озабоченный взгляд, потому что очень много забот на сегодняшний день и на этот год. Потому что год не легкий для всех, для всего мирового сообщества и для нас тоже. Ну чего тут что-то скрывать или кривить душой? Для нас тоже, но что самое важное для всех наших партнеров и для всех наших вообще инвесторов, самое важное, это очень важно, что компания идет вперед. Компания идет уверенно вперед. Это очень важно, очень важно. Новости ни один из членов правления и еще высокопоставленных лиц не может передавать новости вообще. Новости передает и будет озвучивать только Анатолий Леонидович. И это связано только с тем, что этот год для нас очень-очень важен. И мы ни в коем случае не должны сделать просечку. И даже в тех трудностях, которые на сегодняшний день существуют, все равно мы находим выходы, все равно компания уверенно идет вперед. И я благодарен Анатолию Леонидовичу, конечно, за то, что он все-таки находит в себе силы, первое, заниматься своим здоровьем, это очень важно.
Антон Леонидович очень хорошо выглядит и очень хорошо может дать фору любому. Вы знаете, в крайней встрече в Дубае, когда мы 2 дня общались, он, в общем-то, Антон Леонидович дал нам некоторые направления, да, куда уделить внимание, вот, для того, чтобы быть в такой форме. Вот. И, естественно, конечно же, руководить такой группой компании нужно очень четко. Здравый смысл, здравый ум нужно иметь и хорошую спутницу жизни. И спасибо большое Надежде Геннадьевне, что она поддерживает Антона Леонидовича. И спасибо огромное всем нашим партнерам, кто поддерживает технологию и уверен в ее первоначально, с тех еще годов, уверен в ее реализации. Я уверен на 100%, что она осуществима. Она осуществима, и в ближайшее время это будет, имеет место быть. И я сам вместе с моими коллегами в этом направлении работаю и очень этому уделяю много времени и внимания. Все, дорогие друзья, на сегодняшний день все. Следующая наша встреча 17.05 и 24.05. Дальше мы там поговорим о... я придумаю, о чем поговорим, будет очень интересно. Вот. Так что 17 в 19.30 и 24, видите, я подглядываю тоже, потому что записная книжка полная. 17.05 и 24.05 в 19.30. Ждем вас на следующем вебинаре. И всем, всех нам благ и до следующего раза. Все. Пока-пока. И поставлю сейчас на видео о линейном городе. Посмотрим видео о линейном городе. Оно не длинное. Посмотрите, очень интересное видео. 3 минутки. Пока.